Подними руки. Он убил обоих охранников и выпрыгнул из самолета. У вас есть подозрение, кто это мог быть? Нет. Молодой человек, вы кому? Вы знаете, здесь посторонним нельзя. Усилить охрану? В его случае охрана бесполезна. Кто-то охотится на твою семью. И этот кто-то сейчас на свободе. И неизвестно, что еще он может предпринять. Объяви его в федеральный розыск. Ну как тебя зовут хотя бы? Я Алена. Я не помню. Но ты хоть что-то помнишь? Послушай меня. Ты никого не убивал. То есть, может, кого-то ты и убил, но точно не свою жену. Скажи мне честно, между вами что-то было? Ты ведь хочешь знать, кто ты, откуда? Ты хочешь знать свое прошлое? У меня нет прошлого. Ошибаешься. Прошлое есть у всех. Павел Прилучный. Призрак. Премьера многосерийного фильма. 23 и 24 июня на Первом. Разошлись. Я сказал, разошлись.